Что такое? Ты куришь или паришь? Нет, ребят. Мне дыхалка слабая. Если бы я, мне кажется, курила, а если бы еще парила, парила мне... Парить еще вреднее, чем курить. Ну, я бы кашляла, наверное. И так в нос говорю. Козероги постоянно в депрессии. Тогда... А Егор? Нет, Егор против этой хуйни, так хочется сказать. Это... Ну, я как-то курила, ребята. Я работала в салоне, а в парикмахерской всегда все курят. Это все знают, да? Потому что работа с людьми — это, блядь, еще то. Те приключения. И Егор говорил, что я этот, знаете, как младенец с сигаретой. Вот. У него такие ассоциации. Ваш нос — изюминка, как по мне. Мне очень нравится. Больно делать прокол носа? Нет, больнее делать губы. Сколько вместе вы? 4 года. Есть вопрос? Нет ответа. Ну что? Где Егор? Егор? Егор далеко. Шампунь меняет Пантин Аква... Как он называется? Прозрачный такой. Аква... Аква что-то там. Хочешь детей? На данный момент нет, но когда-нибудь, конечно же, да. Любимый карандаш для губ. Вы же знаете. Коричневый по контуру и внутри румяна, ребята. Почему именно септум? Почему не хотела крыло носа? Потому что я уже сказала, что у меня кривой нос. И поэтому нужно посередине выровнять эту асимметрию. Если бы оно было здесь, то нос короче. Просто нет. Твой любимый запах. Запах чистоты, ребята. Когда люди моются, мне это очень нравится. Я просто кайфую, когда люди чистые. Когда от них не воняет. Для жирных волос, для жирных волос. Сколько Егору? Он 99-го года. Командировки, Егор. Ну, почти, почти. Вы встречаетесь 4 года, почему не живете вместе? Может быть, какие-то были обстоятельства, поэтому мы не живем вместе. Наверное, поэтому, ребят. Расскажи, пожалуйста, еще раз про септум. Я сделала его 18 лет. Хотелось 14, мне мама не разрешала. Вот. Меня все начали хейтить. Я тогда в парикмахерской работала, что типа я похожа на быка туда-сюда. Но потом через год, когда я сделала губы, я поняла, что мне мой нос начал нравиться. Знаете, пропорции лица изменились. То есть губы стали больше, и нос стал казаться меньше. И я сняла, и мне такие вот те, кто меня называл быком, такие, а нет, а тебе идет. Надень сережку обратно, представьте. Вот, и даже я, бываю, иногда снимаю, и люди мне говорят, это прям твое, то есть оно тебе идет. Вот. Даже кто вообще не любит эту херню, да, пирсинг, именно на мне почему-то они любят септум. У тебя была симметрия носа, оно у меня есть. Тут у меня одно лицо, а тут другое. У меня... Везде хирургическая сталь. У меня нет серебра. У меня от серебра гниют уши. Мне хорошо золото, но я не люблю золото. Если бы, конечно, у меня были деньги на белое золото, то бы у меня было белое золото, ребят. Но у меня, как видите, ничего нету. Духами я сейчас редко пользуюсь, потому что они у меня заканчиваются. У меня Moschino Pink что-то там. Вот. Надо покупать новые, ребята. Мани, у меня нет денег. Пробовала, куда бы волосы. Я думаю, у меня бы просто жирные волосы, потому что у меня от природы они просто, видите, просто прямые, если... Нет. Просто нет. Как относишься к Украине? Как я к ней могу относиться? Конечно же, положительно. Так. Хотела бы волосы покрасить. Бывает такое настроение иногда покрасить.